Нехватку медицинского персонала летом в медсанчасти Десногорска компенсируют студенты из профильных вузов. Будущие врачи и медсестры проходят практику в различных отделениях и набираются необходимого опыта. Их задача – все, что проходили на лекциях и семинарах, постигать на практике. Помогаю старшей медсестре с пациентами иногда в процедурном кабинете. Помогаю брать кровь из вены, уколы. И заполняю карточки. Учимся измерять артериальное давление, термометрию проводим, раздачу лекарств. 22 практиканта и все девушки. Студенты из Смоленска, Москвы и Санкт-Петербурга. Большинство из них еще в школьные годы определились с будущей профессией. А время учебы в вузе подтвердило, что выбор сделан правильный. Я всю жизнь жила в Десногорске, и с 10 лет мечтала стать врачом, потому что у меня у самой были определенные проблемы. И поэтому я стремилась к тому, чтобы хорошо сдать экзамены и поступить в университет. Я уйду в терапию, предположительно, пока. А именно какое направление, я дальше буду еще рассматривать, думать. У меня еще есть 2 года. Последние годы медсанчасть 135 проводит активную работу по профессиональной ориентации молодежи. Учреждения регулярно участвуют в ярмарках вакансий и принимают молодых специалистов любого профиля. Это и лечебный факультет, и педиатрический факультет, и стоматологический факультет. Мы очень рады, что студенты к нам приехали. Надеемся, что они вернутся, окончив медицинские институты, к нам на работу. Нынешняя практика целевая, а это означает, что после обучения молодые люди вернутся на работу в медсанчасть 135 уже полноценными специалистами. Олег Соловьев, Андрей Умняков, Светлана Разганова, Десна ТВ.